Всем привет! В этом видео мы поговорим о замене ивентов, продлении патча 2.6 и о возможной компенсации за это. Ну и вступайте в нашу группу ВК, ссылочка есть в описании. Всем приятного просмотра! Помните этот ивент «Специи с Запада», который должен был пройти в нашем чайнике безмятежности? Его нам показывали еще на стриме разработчиков версии 2.6. Многие очень ждали этот ивент, в том числе и я. И он должен был состояться как раз после фестиваля Эйрадори. Но что-то пошло не по плану, и в итоге в этом патче ивент в чайнике будет заменен на ивент с Либенем и его чудесными коробками. Как вы заметили, чайник уже 2 или 3 недели находится на техобслуживании. И там ничего нельзя построить. Все дело в том, что в Шанхае сейчас локдаун, и в офисе Хойверс нету работников. Именно поэтому они не могут починить чайник. В китайском официальном аккаунте выложили список грядущих ивентов, и среди них ивент с подарками от Либеня, который ранее нигде не анонсировали. Но при этом в списке нет ивента с чайником. Значит, его заменили из-за того, что чайник на данный момент неизвестно, когда починят. А также самое важное, из-за подобных обстоятельств возможен перенос релиза патча 2.7 с Юань и Куки Синобу. Потому что дата окончания ивента с Либенем указана 13 мая, в то время как патч 2.7 должен был выйти 11 мая. Это значит, что патч выйдет позже на 3 или более дня. Поэтому есть высокая вероятность того, что мы получим компенсацию от разработчиков за перенос патча и за замену всеми ожидаемого ивента. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!